Привет, болтушки! Приветик, мои дорогие подписчики! Мы с вами на канале Болтушка-Веселушка. А вот и игра «Поединок со слизью». Кажется, так это называется. Что здесь делать, понятия не имею. Даже боюсь прикасаться вот к этой кнопочке. Но придется прикоснуться. Итак, надеюсь, что это будет очень-очень несложно. Я надеюсь. Добро пожаловать на поединок со слизью. Держи устройство вот так. Ты правильно держи устройство. Жми на экран по краям, чтобы передвигаться и ломать блоки. Вот это здорово. Давайте будем идти. Я даже боюсь себя представить. Ладно, пойду налево. О, смотрите, я ломаю эти кирпичи. Вы только поглядите. У меня классно получается, ребята. Я как по ступенечкам. Раз. Ого. Вот это меня перетащило. А теперь тебя ждет. Что меня ждет? Я что-то не дочитала, что меня точно ждет. Смотрите, я должна просто быстро передвигаться. Класс, мне нравится. Так, а что это я там зарабатываю? Очки какие-то? Это круто! Давай быстрее, быстрее, быстрее. О, глядите! Так, подождите, куда я опускаюсь? Мне нельзя опускаться. А это что такое? Ладно, сейчас я буду пробовать. Эта слизь сейчас пролетит, и я поднимусь наверх. Пожалуйста, пожалуйста! Успела! Ребята, как я это успела сделать? Я вообще не пойму. Ого, а тут все просто облеплено слизью. Ай! Это что такое вообще? Что там стреляет? Блоки какие-то появляются. Ладно, будем надвигаться. И побыстрее, побыстрее. Меня сейчас слизь. Меня сейчас попадет слизь. Так, еще быстрее. О, отлично. Я от слизи убежала. И монетки. А как же здесь передвигаться? Но у меня есть 5 монет. Это все, что мне удалось собрать. Не густо. Я его попробую открыть. Надеюсь, там что-нибудь ценное. Открывайся, подарочек. Ну, открывайся. Ого, какой. Ну, ладно, открываем. О, 50 монет. Подарки все-таки ценнее, чем прохождение уровней. Спасибо большое. А что это за автомат с призами через 145 монет? Что-то оно какое-то странное. А это что такое? Давайте поглядим, здесь же нужно все узнать. А вот и гамбл. Ой, а кроме гамбла здесь есть другие персонажи, которые можно купить всего лишь за 100 монет. Вот это да, и банан какой-то. Я хоть и не смотрела этот мультик, но мне нравятся эти персонажи, они просто потрясающие. Ого-го, их супер много. Просто супер много. Так, но я, что, некоторые персонажи стоят 200 монет? Это слишком. Ну ладно, слишком не слишком, а у меня хоть какой-то персонаж есть. Давайте посмотрим на хвосты. Так, ого, что это за магнитофоны, пузырьки, бургеры. Хорошо еще очки, хоть бы за мной какие-то собаки не тянулись. О, я бы хотела, чтобы за мной тянулось мороженое. Или хот-доги, или пончики, это здорово. А бонусы? Бонус лифтов. Больше лифтов на пути. Что бы это могло значить? А вот есть замедление препятствий. Препятствия включаются и движутся медленней. Да, наверное, это не очень весело. Бонус монет. Больше монет на пути. Это понятно. Мощный удар. Ломай кристальные блоки одним ударом. Ну, в принципе, я и так их быстро ломаю. А это щит. Выдержи на один удар больше. Интересно, кто это меня бить собирается? Даже страшно себе представить. Но это счастье стоит аж 1000 монет. Ребята, я все поняла. Мне просто нужно монетки подзаработать. А для этого надо играть. Кажется, я немного понимаю, как играть. Поэтому давайте поставим. Чего? Я уже движусь, я уже бегу, бегу. Ого, ничего себе. А как же тут проходить? Ничего себе. Слушайте, у меня летят какие-то блоки. Ну, я так не играю, ребята, это очень страшно. Ай, первая комета в меня уже попала. Да, весело, конечно. Нет, ну я так не играю. Давайте мы еще разочек попробуем. Я хочу в этот... Нет, к сожалению, я не в этом мире.
Ну ладно, поиграю и в обычном. Ничего страшного нет. Мне главное монеток побольше заработать и быть предельно внимательной. Так, еще. И побыстрее, пожалуйста. Вот здесь уже наша знакомая слизь. Так, слизь, пролетай, а я за тобой. Мне надо очень быстро двигаться. О, отлично, слушайте, получилось, смотрите. Так, собираем еще монетки. И еще, ай, ой, прыгнула вовремя. О, смотрите, на меня. Не туда. Но у меня есть еще одна попытка. О, эту слизь, кажется, я проскочила. Так, тут будет еще какая-нибудь слизь? Нет, ай, да что ж такое? Больно, наверное. Это действительно больно. Ладно, 66 монет. Не так уж и много, но и не так уж и мало. А еще к тому же подарок. Дин-дин-дин-дин-дин-дин. 100 монет, представляете? Вот это здорово. Вот за это спасибо. Так, я хочу еще раз сыграть. Все-таки мне кажется, что мне немножечко не везет. О, да-да-да! Инопланетный мир! Я должна его пройти. Ну или хотя бы постараться. Так, двигаемся, еще двигаемся. И будем предельно внимательны. Раз, два, три, четыре, пять. Монетки идут ко мне опять. Так, здесь тоже нужно быть очень внимательной и аккуратной. Так, быстренько передвигаемся. Надеюсь, что там никого не будет. Ого, это сложно. Когда на тебя... Ай! Вот это неожиданность! Да что ж такое? Я все время за эти блоки переживаю, честное слово. Я и так напугана этой игрой, вот честное слово. Хотя у меня 170 монет. И я могу, я думаю, себе кого-нибудь прикупить. А кого? Давайте посмотрим. Вот, например, следующий герой Анаис. Слушайте, Дарвин, Николь, все-таки классные. И только этот стоит 200. Давайте кого-нибудь выберем. Ну что ж, пускай будет второй герой. Будем покупать всех по очереди. И им, я думаю, и начнем следующую игру. Этот мир мне не нравится. Эй, мне не нравится этот мир. Быстренько уходим отсюда. Интересно, что здесь летает вместо слизи? Давайте посмотрим. Ого, шары летают. Вы смотрите, снежки. Просто какой-то ужас. Снежки прямо здесь. Ну ладно, будем передвигаться медленно и аккуратно. Так, мне надо здесь все опустить и здесь подняться. Ого! По-моему, мне даже очень неплохо получается. О, какой-то ключик! Я хочу этот ключик! Я собрала ключик, ребята! Что я могу сделать с этим ключиком, интересно? Так, раз, два, три. Ой, сюда, погодите. Сейчас! Ну, а как здесь пройти? Вы видели? У меня даже не было вариантов. Я даже не успела дойти. Еще одна жизнь, потому что это нечестно. Как так? Может быть, мне надо было идти в другую сторону? Что-то я ничегошеньки не пойму. Ай, ай-я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 й. Во, успела, хорошо. Так, так, опля, и тут успела. Так, что же мне тут делать-то? Ладно, быстро пробуем, пробуем. Еще пробуем. Ну вот как вот здесь пройти? А, вы это видели? Это просто нереально, дорогие мои подписчики. Как вы это проходите? Я вообще понять не могу. И денежек, честно говоря, маловато. Что ж, давайте еще раз попробуем. Будем пробовать уходить. А, мне что-то жарко становится. Так, этот мир мне не нравится еще больше, чем предыдущий. Ну ладно, придется в нем играть. Ого! Так, друзья, тут огонь, вот как здесь, вот я иду за огнем, мне здесь получилось. Но если огонь движется в противоположном направлении, кстати, я еще один ключ получаю. Здорово, это круто. Так, вот огонь летит, мы его пропускаем и сразу прыгаем наверх. Это тоже у меня получается. Так, вот здесь вот сейчас мы огонь пропускаем и сразу двигаемся наверх. Слушайте, друзья, если делать это, в принципе, не очень быстро, то может даже что-нибудь получиться. Ай, получилось! Ого, это серьезно? Фух, я в ямку упала, представляете? Так, сейчас, прям сейчас. Давай. О, успела. Но здесь-то успеть можно. А как быть в таких ситуациях? Ай!
Вот на жизнь, отлично. Так, здесь нужно быть еще более аккуратным. Ай, замечательно, надеюсь, что у меня получится. Быстро, быстро. Вот так и вот так. Хорошо. Уф, там бьет кто-то. Опа, успела. Еще успела. Успела. Ого, ничего себе. Друзья, это сложно. Это реально сложно. Ого, там какая-то стрелочка. А как к ней дойти? Вот, я к ней дошла. Что? Меня перетаскивают в новый мир. Это круто. Кажется, я в этом мире была. Нет, в этом мире я еще не была. Что это за шипы такие, ребята? Вот честно, расскажите мне, что это за шипы? Меня чуть не зашипили они. Ого. Так, быстренько, быстренько. Мы двигаемся очень быстро, и на одном месте мы не задерживаемся. Это самое главное. О, меня чуть блок не попал. Вы это видели? Ай-яй-яй-яй. Все, успел. Смотрите, меня просто подстреливают в этом мире. Ничего себе. Ребята, так нечестно вообще. Ладно, давайте мы подождем немножечко. Давай. Опа. Ай-яй-яй-яй. О, успела. Да ну, там по два блока двигаются, ребята. Вообще уже. Я же так. Ай-ай. Вот тут успела. Ай-па-па-пам. Вот это неожиданность. Но мне понравилось. Тем более у меня новый рекорд и подарочек. А это самое приятное. Открываем подарочек. О, 200 монет. Как здорово, друзья. Теперь-то я смогу не только купить нового героя, но и еще что-нибудь. Давайте зайдем в наш магазинчик. Итак, хвосты, например. Вот хвосты мне очень нравятся. Я хочу их попробовать. Кассеты, пузырьки. А что к моему зайчику больше всего подходит? Может быть, кексы или пончики? Я куплю пончики. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Этот мир, я уже тут была, он такой непростой. И мне монетки нужны, вот честное слово, нужны. Сейчас буду двигаться. Смотрите, я оставляю пончики после себя. Что это мне дает, я не знаю. Но это так красиво. Особенно в таком космическом мире. Ай, о, смотри, проходим, проходим, быстро проходим. Опа. Так, забираемся. Слушайте, по-моему, с каждым уровнем все больше и больше становится вот этих вот ударных блоков. Они мне вообще так не нравятся. Так, еще пончик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! А, успела, представляете? Как это произошло, я не знаю. Но я, кажется, успела. Так, еще блок. О, смотрите, я монетки успела пособирать. Ай, больно. Ну что ж, оживаем снова. Опа, так, здесь надо поосторожнее. Я хочу за ключом. Что мне этот ключ вообще дает? Смотрите, я бегу в другом направлении. Ключ в этом направлении, поэтому я поднимаюсь с правой стороны. Хочется попробовать что-нибудь новенькое. Например, сыграть справа. Это же клево сыграть справа. Ай! Это была моя последняя попытка. Да, все-таки монеты очень-очень сложно зарабатываются в этой игре. Но ничего, я хочу еще попробовать. Мне надо много-много монет. Слушайте, ну очень быстро, ребята. Ну, нечестно. Так, а я вообще в этом мире была? Может мне перейти не то чтобы в другой мир, но как бы в другую сторону посмотреть. Вот еще одна слизь. Хорошо. Опа, поднимаемся. И, например, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот, например, сюда. Я хочу сюда попасть. А, смотрите, получилось. Ой, нет, не туда. Все-таки в одну сторону двигаюсь и все. А, ну дайте же мне возможность. Мне не дают. А! Ого! Я могу с такой высоты рухнуть. Вот это да. Вот это действительно была абсолютная неожиданность. Еще разок, и мир ледяной. Что ж, давайте попробуем в правой стороне. Может, мне тут больше повезет. Если уже выбрал сторону, то двигайся по ее направлению. И никуда больше не скатывайся. Вот, например, мне за ключом надо. Могу я взять этот ключ? Ай, вот тут мне страшно.
Так, ключ я забрала. А еще подожду, пока вот эта штука пробежит. Ого, классно получилось, ребят, вы это видели? Все равно я все-таки двигаюсь в левую сторону. Мне так удобнее, честно. Но, в принципе, можно было бы попробовать... А-а-а, что же я сделала? Расскажите мне в комментариях, в какую сторону вы двигаетесь. Это очень интересно. Потому что, вот, например, мне левая гораздо больше нравится, чем правая. В правой стороне как-то больше опасности тебя подстерегает. Так, и нужно все время выбирать. Выбирать сторону, чтобы не попасть в просак. Так, погодите, сейчас эта снежка пролетит, и я здесь немного подожду. О, смотрите, получилось. А, куда же-то я? Ой-ой-ой, что-то я не то сделала. Так, а вот теперь вроде бы то сделала. Я уже в этом лабиринте, честно говоря, запуталась. Оп! О, не надо, пожалуйста, вы только посмотрите, что это такое? Вот, еще, зарабатываем монетки. О, да, монетки зарабатываются очень долго, поэтому я решила немножечко поразвлечься и попробовать автомат с призами. Ну, откройся, ну, откройся же. Ого, и стоит этот автомат аж 200 монет. Я, между прочим, так и собираюсь сделать, нажать на кнопку. Да, ну, надеюсь, что приз будет классный, ну, пожалуйста. Какой-то супер классный приз. А ну-ка поглядим. Бух! Леденцы. Это следы леденцы. Хорошо, спасибо. Давайте мы их тут же испытаем. Тем более, что у меня осталось всего 24 монетки. Ну что ж, давай. В этом мире, кстати, мне больше всего везло. Вот сейчас мы и попробуем. Просто я боюсь, что с каждым разом становится мир все сложнее и сложнее. Будем идти в одну сторону и никуда не сворачивать. Так, вот здесь вот нужно быть осторожным. Раз, и два, и три. Хорошо, поднимаемся дальше и что-нибудь найдем полезное. Вот прямо это чувствую, вот что-то полезное обязательно должно со мной произойти. Так, вот здесь нужно очень быстро. Два, три. Е-е-е, получилось. Так, еще. Так, а тут аккуратно. Опа, получилось. Смотрите, друзья. Классно получается. Так, и еще. И еще выше. И еще выше. И еще. Классно. Мне действительно с этим миром больше всего везет. Если, конечно, меня не стукнет этой лавой по голове. Так, мне надо сразу два раза. Раз, два. Отлично. И здесь поднимаемся. И здесь. Так, ай-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, я тут тоже поднялась. А дальше-то куда? Эй, дальше я не пройду. Вот, правильно. Смотрите, получилось. Новый мир. Что? Только нет, а там же просто кошмар. Но зато здесь хорошо видно мороженое, которое после меня остается. Это не мир, это просто ужас, ребята, честно. Все время кажется, что тебя сейчас стрельнут эти блоки. Но я, конечно, стараюсь, пробираюсь. Но это очень сложно, правда. Так, еще. Еще. Давай. Кажется, вот так надо. Ай-яй-яй-яй! О, успела! А, не успела! О, от шипов я тоже успела. У меня, кстати, есть вторая жизнь. Может, мне даже немножечко повезет. Да что ж такое? Слизь оказалась намного быстрее, чем я могу разбивать эти блоки. Ну нет, я так просто не сдаюсь и хочу на концовочку купить какого-нибудь новенького героя. У меня получится! Так, зарабатываем монетки. Что тут двигаться? Нужно побыстрее. Так, на меня смотрят все планеты. А я хочу заработать монеты. Так, быстрее. Но здесь сейчас будет баба, а мы не будем его дожидаться. Да, когда ты проходишь первый уровень, второй становится просто мега сложный. Вот вам честно говорю, это очень тяжело. Что ж, давай. Здесь образуются блоки,
и очень много препятствий, колышки на пути. Я представляю, что ждет героя, например, на третьем уровне. Это, наверное, просто ужас. Вот первый я уже должна очень быстро проходить. Ой, тут мороженое так классно смотрится, вообще мне очень нравится. Так, тут смотрим, ай, все, прошли. Есть, отлично, смотрите, получается. Мне кажется, я смогу пройти этот мир, ну, если вдруг повезет особенно. Вот, о, сейчас подождем пока. Ай, проходи, проходи, проходи. Вот так, супер. Да, в первом мире, конечно, легче. Я его прошла! А второй уровень в ледяном мире. Это будет сейчас тоже очень сложно. Ну ладно, попробуем побыстрее это все сделать. И не спешите, особенно когда колья. Ледяные колья! Все, мне повезло. Ого! Ого! Ничего себе! И что мне здесь делать? И что мне реально здесь делать? На меня чуть блок не упал. Вы это видели вообще? Ничего себе! Друзья, пишите мне в комментариях, как мне быть вот в такой, например, ситуации. Никуда нельзя прыгнуть, и в тебя еще должен блок полететь. Даже не знаю, как здесь выигрывать. Что ж, давайте попробуем пройти еще какой-нибудь мир. Ну, вот с этим миром мне особенно везет. Идем, идем, идем. Тут я быстро должна пройти, мне кажется. Ну, сейчас уже первый уровень для меня... Конечно, очень быстрый, но мне же нужно не просто пройти уровень, мне надо монетки пособирать, да желательно побольше. Так, вот смотрите, куча монет было только что, отлично. Еще, еще, еще. Ай, замечательно, вот так, еще монетки, и еще, вот так, хорошо. Так, вот тут вот между двух огней. Еще монетки дайте, ключик дайте. Вот что дает этот ключик, напишите мне в комментариях. Это очень мне важно, потому что я уже этих ключей насобирала целую кучу. И ничего они мне вроде бы как не дают. А-а-а, нет, нет, нет. А хотелось бы, чтобы давала. Так, забираемся и пойдем вперед. О, 113 монет. Я только на монеты посмотрела и сразу проиграла. Но вы знаете, мне этого достаточно, чтобы выбрать для вас новенького героя. Давайте посмотрим, кто это будет. Это будет Дарвин. Ну как же нам его не купить? Привет, малыш! Я надеюсь, что герой вам очень понравился. А чтобы его испробовать, вы обязательно подпишитесь на канал Болтушка-Веселушка. А еще смотрите это прикольное видео. И если оно наберет очень много просмотров, я в него обязательно поиграю еще раз на канале Болтушка-Веселушка. Жмите колокольчик, друзья, и приходите ко мне еще!